Минимальная колькасць снежнага покрыву не перашкодзіла цікава адзначыць у Віцебску сусветны дзень снегу. На плошчы Перамогі арганізавалі для дзяцей спартыўную забаўляльную праграму, а святочны настрой уздымалі юныя таленты, артысты самадзейных творчых калектываў горада. У тым, што сумаваць не давялося нікому, пераканаўся Сергей Мисурагін. У который раз зима не пестит нас морозным надворьем, и снег выпадает дозированно, как только крышечку прокрыть землю. И все ж неугомонная дзятва не сумуя, удельникам свята было чем позабавиться. Площадь Перамоги разбилась одразу на несколько пляцовок. Тут и традиционные зимовые споборництва, хоккей, катание на коньках. Юные хоккеисты трех районов Витебска змагались за звание мощнейшей команды города. Вообще хорошо такой праздник сделали, что можно покататься, собраться всей своей компанией, поиграть. И победить их. Знайшлося месца летнім забавам. Футбол, дарт, шахматы і нават перацягванне канату. Для аматараў жалезнага гульню таксама не было перашкод прадэманстраваць моц асілкавую. Доволен всім результатам, вообще погода класная. Спорт – это жизнь, это хорошо, занимайтесь спортом. Хапала на святі снегу і арыгінальных конкурсаў. Здавалася б, зусім не зімовыя гульні. Тым не менш, азарту хапіла ўсім – і дзятве, і дарослым. Наш цэнтр очень активна готовілася к празніку. Участвовали і в конкурсе ледовых фігур. Ну, а отдел спорта, туризма и краеведения подготовил зимнюю спортландию. Мне очень нравится двигаться, я люблю спорт, я занимаюсь теннисом. Я люблю сама устраивать праздники. И хоть снегу было не шмат, свят отбылося. Насуперек усім капрызам на дворе. Дарыша, менавіта после сустрэчы дня снегу у Витебску, природа вырашила злітавацца и подаровать нам яшчэ немало сапраўдных зимовых дзяньков, снежных и морозных. Сергей Мисурагин, Александр Прыстаўка, Навіны Витебск.